Оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане. Компания Anglo Asian Mining PLC обратилась к международным организациям за поддержкой для безопасного доступа к месторождениям Газалбулак и Демирли, находящимся в зоне временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Компания направила письмо представителям ряда международных организаций и правительств, включая ООН, Госдепартамент США, Министерство иностранных дел Великобритании, Европейский Союз, о деятельности компании и правах на добычу полезных ископаемых на месторождениях, которые в настоящее время эксплуатируются армянскими сепаратистами. Отметим, что контракт типа PSA между правительством Азербайджана и Anglo Asian Mining PLC был подписан 21 августа 1997 года и предусматривает разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC – 49%. Согласно контракту, с этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота и 2500 тонн серебра.